просто, просто серенький, без рисунка. И длинная, видишь, длинная рыбка выплывает. За ней скат. Вон, видишь, скат за рыбкой длинной плывет. За рыбкой прям плывет скат. Thank you.
Я люблю дітей. Может, пошли дальше? Думаете, так она в тебя влюбилась, наверное, выбора. Рядом все есть какие-то. Поиграться хочет, да, наверное? Она за тобой плакает, она, наверное, так играется. Ha ha ha!
люстра. Дельфинчики. Видимо, еще необычные дельфинчики и закрытый. Thank you.
знайомий вид этой здоровой зверюги прибился. Это которая, наверное, раньше была. Мама, кто это? А там кто это? А это даже не знаю. Какое-то странное. Тоже, наверное, раньше такие водились. А вот смотри, какие раньше, наверное, крокодилы были. Типа ящерицы. Похожи на ящерицы. Написано «древний пресмыкающийся». Пойдем дальше? Я не иду, а я бежу. Кто это? Кто там? Кто там? Животные какие-то. Вон, видишь, они еле двигаются. Они настоящие? Да, вот знаете, видишь, еле двигаются. Я таких что-то ни разу и не видела. Да вон картина. А, вот они, хордовые животные. Вот это да. Как их оживают? Все шевелятся. Как их оживают? Хордовые животные. Я хочу. А вы-то такие интересные полосатенькие рыбки. На дне залегли? Они, интересно, плавают? Или просто лежат все? А вот эти рыбки-лунтики называются? Серенькие? А вот беленькие. Сейчас я тебя посажу. Смотри, вон там беленькие рыбки-лунтики. Плохо видно? А вот здесь зубастые рудопа. Смотри, какие у них зубы здоровые. Достала до рыбки. А это какая-то зелененькая рыбка. Сэм. Черепаха. Еще послушай, черепашка. Плавающая. А это? Такой длинный, такой хвост у него странный. Это, наверное, их не мама, она их плавать учит. Зубы страшные. Зубы страшные? Ось, это жестоко.